Всем доброе утро, ребят, особенно тем, кто поспал после ночного бравла. В общем, у нас сегодня утренний обзорчик акции. Сейчас побегаем, посмотрим, что есть. Постараюсь полусонный провести. Угадайку. Повылепите лукасики. И смотрите вечерние Бравл Старс мучения. Вчера были это именно мучения. Так, окей, поехали. Английский Android сервер. Англичанка. Смотрим, что есть интересного. Накопление. Затрату на питомцев. Довольно-таки неплохо. Новый питомец. 50 осколочков. Такс. Расходники. Пятые карты. Карты я вчера открывал. Вижу, вам понравилось открытие карт. Такс. У кого есть на открытие что-то, пишите в телегу, в ВК, пооткрываем. Такс. Наконец-таки добавили скины Таты, что только те скины, которых и так валом до хренища просто. Понятно все. Так, смотрим, что есть еще у нас интересного. 40. Неплохо так. За монетки. 1200. Ну это все нафиг не надо. Супер снэк. Этого всего валом хватает. Так, коллекционер. Такой себе коллекционер по мелким. Так, ну. Череп. В общем, ничего интересного. На английском сервере открылся наконец-таки. Так, ну у меня эти карты есть, давайте посмотрим. Мне интересно. X2, еще X2. Нету здесь, как на этом, на немке я показывал, там жестко было. Но зато здесь идет он 4 дня. Но в итоге здесь 10, ребят, целых 10 осколков огника. Это, я считаю, тоже круто. Ну, для тех, у кого есть монетки, по крайней мере. Может, кто-то копил, не тратил их. Правильно делал. Так, окей, с этим разобрались. Поехали дальше. Дальше у нас Тайвань будет. Посмотрим, что у нас на Тайване. На Тайване закончился тоже такой же фонтанчик. И в итоге я там достал 30 карт. Сейчас посмотрим, что интересного есть. Блин, жестко. После бравла, конечно, 7 часов позалипать. Проснуться с утра, это, конечно, что-то с чем-то. Так, тут у нас накопление. Так, по донатным ничего такого сверхъестественного. Короче, новый скилл пока что 100 баксов стоит. Хрень полная. Так, тут ничего. К сожалению, ничего. О, нифига себе. Немецкий сервер. На немочку идем. Смотрим, чекаем, что на немочке есть интересного. Правда, здесь акции. Хотя, в принципе, ночные акции должны были поменяться. Так, забираем пыльцу. 10 с острова. Что-то добавилось. Это донатное. Понятно все. Вот здесь видите. Опа, вот так вот. Вот что я забрал на немке. 1 и 3. На английском сервере 10. Поехали на русский сервер. Может, еще iOS чекнем. Есть заряд. Есть заряд. Есть контакт. Все работает. Все пашет, ребятушки. Полным ходом. Забежим с вами еще на АЭС. Давайте на АЭС забежим. Чекнем, что там есть. Открывайся.
Чик. Так, а сервер. Милорд, вас атаковали. Спасибо, бро. Ты настоящий друг. Так, сбежавшие олени, обезьянка, маленькая помощь. Получено, сокровищница, хватайка. Вот так вот, и чик. 5 жетонов дали. Кстати, новая хватайка, посмотрите карты за 40. 5000 самоцветов, а что за мелкие дают? За 10. Ну, поменяли только верхний приз, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, здесь за 15 тоже по 1000 расходников. Это бомба. Это просто бомба, ребят. Убрали сундуки за 10. По 1000. Ну, кому-то... Кому повезло, тот может эссенции забрать и сделать обмен, если повезет. Все карты совпадут. Магазин скидок. Ух ты, блин. Круто. Сменочки и карта официальных событий, которые мы вчера, ну, мы не вчера открывали, я вам вчера показал их. Это просто жесть, ребят. Ух ты, набор снабжения, бомбический набор снабжения. Вторая сумка зефира, бомба просто. Вот это набор снабжения реально крутой. Просто вот такой вот набор снабжения надо, чтобы был на всех серваках. Вот это реально кайф. Пакет накопления. Понятно, что они с накоплением сделали, кастрировали его. Так, ну это обычные акции. В общем, с АЭСом тоже все понятно. Поехали, смотрим. На наш любимый русский сервачок. Временные акции, трать с выгодой, набор сокровищ, рулетка удачи, чарующие изменения, открыть сундук и маленькая помощь. И именно об этой акции мы побомбим, не побомбим. Вчера ребята сказали, что здесь, я не знаю, напишите, кто вчера вот был на стриме и кто получил отсюда, сказали, что тут были камни. По 500 апекс там и других, и их просто тупо поменяли, то есть открыли, а потом тупо поменяли. Я не знаю, ли это правда, потому что я не посмотрел в тот момент, хотя надо было посмотреть, зайти и просто вот побомбить. Но если это так, то это просто днищенский поступок был по поводу наград и плюх. Оказывается, они их могут менять сразу же после выхода. Ну, я не знаю, ли это так, но сказали ребята, что некоторым попалось по 500 камней, кто сразу же зашел там, не знаю, полчаса времени прошло или сколько, и просто тупо все поменяли. Это писец. Это реально писец, если это так. Ну, поменялся коллекционер. Новый коллекционер на русском сервере. Ну, сказать, что он бомба, я не знаю. Как по мне, такое дно. Так, поехали, смотрим. Рынок накопления, временные акции, оккультист, бард, пакет накопления. Та ты что? Сокровища, набор сокровищ. В общем, такое вот, ребятушки, творится на русском сервере. Так, спробуем. Получить. 440 у нас будет... Так, если мы наверстаем, оп, 446. Я думаю, мы сейчас сами где-то здесь должны еще получить. Так, отлично, 450 самоцветов есть, смотрим. Ребята, угадай-ка, это именно утренние видосы. Участвуют, поэтому именно утренние видосы ищите, самый утренний видос вот днем с утра, который выходит, это он участвует на следующий день. Ну, все что надо, я уже рассказывал не один раз, заходите, смотрите внимательно, там все четенько написано. Так, у меня вроде ВПНки нету, что-то тупит. Блин, 7 часов и 8 минут мы вчера с вами долбили.
Так, они атакуют Супертрата 9.00. Да, это, по-моему, этот видос вчера с утра. Он, если я не ошибаюсь. Угадай-ка итог Трата. 24 число, да, это вчерашний видосик. Так, 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 так. Комменты все открою. Именно под утренними видосами работает угадайка. Еженеделька — это все видосы. По еженедельке я правила так и не менял еще. Надо их поменять. Да блин. Так, идем сюда. Дисплей кепчи открываем. Все условия есть на стартовой страничке. Так, супер трата есть. Открыли. Будем смотреть. Поехали, жмакаем. Бум-бум-бум-бум. Бесплаточка. И за 450. Бум. Алхимик, наемный убийца и панда. Алхимик, наемный и панда. Смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Что-то выпадет. Да, однозначно что-то выпадет. Так, я на английском. Алхимик. Две слизни. Ну, рядом, рядом, рядом. Так, алхимика, фарм алхимика, панда. Так, смотрим, ищем. Панда, синяя слизь, панда, палач. Синий слизень, палач, панда. Панда, панда, синий слизень. Так, кто там у нас еще? Убийца. Убий. Синяя слизь, наемный убийца, снайпер. Саша, Саша рядом. И Георгий Синеслист, Тритон, наемный убийца. Никто не угадал, к сожалению. Или к счастью, или к сожалению. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Обязательно напишите мне, какие были плюхи. Всем удачи, всем пока.